утро. Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Приехали на монтаж автонавеса. На данном этапе мы будем сейчас разгружать машину, распаковывать и собирать каркас. Далее будем устанавливать столбы на плиту, крепить их и все остальное уже скручивать. Закончили мы первую часть монтажа. Каркас крутили, закрепили. Также столбы заанкерили. Следующий день мы будем уже продолжать над откатными воротами и над калиткой. Будем собирать, столбы наращивать и также крепиться к зданию. Продолжаем монтаж навеса. Крутим каркас, пока прокручиваем. Также подготавливаем базу для листов поликарбоната. Сейчас будем кидать один лист, прокручивать и одновременно еще каркас тоже крепить. Начали монтировать автонавес, прокрутили каркас, также закрепили поликарбонат с помощью термошайб и базы крышки. По краям одели профиль на поликарбонат, также сверху примыкание к дому профилем и также уголками, отливами. По размерам, напоминаю, длина 8,5 метров, ширина, по-моему, 7.